Гонг прозвучал, и бой начинается. Роботы вышли из углов. Ух, Атом пропускает, и у нас первый нокдаун. На ноги! Похоже, это будет очередной мастер-класс Зевса. Рефери Мэтт Гайгер собирается начать отсчет. Вставай! Два! Три! Отожмись! Вставай! Невероятно! Крохотный робот встает, но тут же нарывается на сокрушительную атаку Зевса. И Атом получает второй нокдаун за 10 Он секунд. Он чудовищно силен! Давай, чемпион, так держать! Снова претендент встает на ноги. Отступай! Отступай! Зевс загоняет Атома в угол! Уходи оттуда, Атом! Вперед, Атом! Вперед! О, разрушительный удар в корпус! Защита руками! Блок встать! Раздави гаденыша! Уходи из угла, уходи! Чарли Кентон отчаянно пытается вывести Атома из этого убийственного угла. Закройся! Проводит серию комбинаций и снова тушит свет. Атом в нокдауне в третий, возможно, в последний раз. Подъем! Два! Давай, вставай, Атом! Вставай! Ну, вставай, Атом, поднимайся! Вставай! Я в это не верю! Несмотря ни на что, крохотный робот снова на ногах! Зевс потерялся и пятится после апперкота, которого он совершенно не ожидал. Вперед! И в бок! Тонко правый! И в бок! Тонко правый! Правый кросс! Правый кросс! Правый кросс! Левый хук! Давай, не спи! Нажимай! Впервые за свою карьеру Зевс столкнулся с роботом, который настолько упрямо идет вперед! Безумствует! Зевс выкладывается на полную катушку за 15 секунд до конца первого раунда. Зевс загоняет Атома в угол и наносит двойные удары своими мощными кулаками в голову и в корпус. А время уйди, идет. Атом, закройся, уйди! Уйди из угла, уйди из угла! Осталось 5 секунд, и Зевс готовится нанести свой знаменитый добивающий удар. Он не успел. Невероятно, каким-то чудом Атом выжил. Он выдержал. Нас ждет второй раунд. Зрители просто в экстазе.